В то время, иди Иисус, в субботы сквозе сияния, ученицы же Его, взалкашася и начаша, востерзати классы и ясти. Фарисеи же, видевши, реша Ему, все ученицы Твои творят, Его же недостоит творить и в субботу. Он же рече им, несте ли чли, что сотвори Давид, егда взалка сам, и сущие к ним, как о вниде в храм Божий, и хлебы предложения с неде, их же недостойны бе ему ясти, несущим с ним, токмо иереем единым. Или несте ли чли в законе, яко в субботы священницы в церкви субботы сквернят, и не повинен несут? Глаголю же вам, яко церкви более есть зде, аще ли бысти ведали, что есть милости, хочу, а не жертвы, николи же оба бысти осуждали неповинных, Господь бо есть и субботы Сын Человеческий, и пришед оттуду, прииди на сонмище их, и се человек бету, руку имей суху, и вопросиши его глаголюще, аще достоит субботы целите, да на него возглаголют, он же рече им, кто есть от вас человек, и же им от овча едино, и аще впадется в субботы в яму, не имет ли е и измет, коль ми убо лучше есть человек овчате, тем же достоит субботы добро творите, тогда глаголю человеку, простри руку твою и простре, и утвердися цела, яко другая. Фарисеи же шедше, совет сотвориша на него, како да его погубят, Иисус же разумев, отыди оттуду, и по нем идоша народе мнози, и исцели их всех, и запрети им, да не яви его творят, яко да сбудется реченно Исаим пророком глаголющим, се отрок мой его же изволих, возлюбленный мой, нань же благоволи душа моя, положу дух мой на нем, и суд языком возвестит, не приречет, не возопиет, не же услышит, кто на распутье гласа его, трости сокрушенно не преломит, и лена внемшася не угасит, донде же изведет, в победу суду, и на имя его языцы уповают». Тогда приведоша к нему беснующаяся слепо и немо, и исцели его, яко слепому и немому глаголоти и глядати, и дивляхуся все народи глаголюще, егда сей есть Христос, Сын Давидов, фарисеи же, слышавши реша, сей не изгонит бесы токмого, вельзей в уле князя бесов всем, веды же Иисус мысли их рече им, всякое царство, разделившееся на ся, запустеет, и всяк град или дом, разделившийся на ся, не станет, и аще сатана сатану изгонит, на ся разделися есть, како убо станет царство его, и аще ас о Вельзевуле изгоню бесы, сынови ваши о ком изгонят, сего ради ти вам будут судьи, аще ли же ас о Духе Божией изгоню бесы, убо постижено вас Царствие Божие, или как может кто внити в дом крепкого и сосуды его расхитите, аще не первее свяжет крепкого, и тогда дом его расхитит, и же не со мною на мя есть, а и же не собирает со мною, расточает, сего ради глаголю вам, всяк грех и хула отпустится человеком, а иже на духа хула не отпустится человеком, и иже аще речет слово на Сына Человеческого, отпустится ему, а иже речет на Духа Святаго, не отпустится ему ни в сей век, ни в будущий. Или сотворите древо добро, и плод его добр, или сотворите древо зло, и плод его зол, от плода бо древа познано будет, по рождению ехидного, как можете добро глаголоть из зли суще, от избытка бо сердца уста глаголют, благий человек от благаго сокровища износит благая, и лукавый человек от лукавого сокровища износит лукавая,
Глаголю же вам, яко всякое слово праздное, еже аще рекут человеце воздаться, по нем слово в день судный, от словех бо своих оправдишеся, и от словех своих осудишеся. Тогда вот вещанец и вот книжник и фарисей глаголющие, «Учителю хочем от тебя знамение видеть, он же, отвечав речех им, род лукав и прелюбодей знамение ищет, и знамение не дастся ему, токмо знамение Ионны пророка. Яко же бе Иона в очеве Китове 3 дни и 3 ночи, так и будет и Сын Человеческий в сердце земли 3 дни и 3 ночи». Мужи ниневицкие восстанут на суды с родом сим, и осудят их, яко покаявшиеся проповеди Иониною, и все боли Ионы зде. Царица Южская восстанет на суды с родом сим, и осудит и, яко приидят конец земли, слышите премудрость Соломонову, и все боли Соломона зде. Егда же нечистый дух изыдет от человека, приходит сквозь безводное место, ища покоя и не обретает, тогда речет, возвращуся в дом мой, отнюдь же изыдох, и пришед, обрящет празден, пометен и украшен, тогда идет и поймет собой 7 иных духов, лютейших себе и вшедших живут ту, и будут последние человеку тому горше первых, тогда будет и роду сему лукавому, аще же ему глаголющий к народям, все мати его и братья его стояху вне, ищущий глаголоти ему, рече же неки ему, все мати твоя и братья твоя вне стоят, хотяще глаголоти тебе, он же, отвещав рече, по глаголющу ему, кто есть мати моя, и кто суть братья моя, и простер руку свою на ученики своя рече, все мати моя и братья моя, и же баще сотворит волю Отца моего, и же есть на небесех, той брат мой и сестра, и мать ими есть».